Чё тут? Чё делаете? Чё вы спросите? Вик, покажу большой палец. На, вот сюда, вот так. Показала. Гифка, да. Нет, была не гифка, это была я. Это я по кругу тут делала. Hey, how you doing? Так, понеслась. Не сюда, понеслась, сюда, понеслась. Маленькая викуля. Я эту викулю постоянно туда-сюда дергаю. И не запоминается никак. Зацикла. Ага, вот и выспал. Я не знаю. Комиссар — это сверхчеловек, просто гиена. Блядь, сна у него. Ладно, неважно. Так, где Талас? Вот он. Привет. Приветики. Это талант. Это талант. Это не зацикленность. Это талант. Истинно так. Чокаю, яюшка. Сидор будет ждать следующую неделю, по всей видимости, он не забыл про него. Так, ага, вот это у меня хрень была. Сюда. Что тут надо было делать, непонятно. Ну ты, блядь. Кто-то, может, не заметил, но в 26-й раз Вика забыла. Ужасно, как так. А, так, слушайте, а вот эту хрень он будет убивать? Да, тихо, тихо, тихо. Мы посмотрели две концовки и сейчас идем на третью. Это у нас уже финальный пятый этаж. Нам нужно решить вот это, потом еще там какие-то будут. Короче, у нас по большому счету полчасика осталось, судя по всему. Вот. Интересно, да, это что? Интересно. Так, у меня кошка залезла на системник. Убийца, дворецкий садовник. Робот, дворецкий садовник. Так. А концовки у нас были: одна нас перезагрузила, а вторая концовка была: нас сделали помощником, который подсказки подсказки выдает. Он видел разницу между людьми и кустами, поэтому подстригал всех. Надо на все это сказать. Кошка что-то особенно бешеная. Пришлось ее в коридоре, а если серьезно. Она теперь в коридоре бесится. Кот. Это слишком шерстяная. Иди. А в чем разница в достижении этих концовок? Ну, для того, чтобы достигнуть первую концовку перезагрузки, надо было просто в дверь зайти. Чтобы достичь концовку с помощником, надо было собрать все звезды. Здесь вот собрать все красные штучки.
стоять. Сиди там. Так, окей. Но... носилась с кухни в комнату. Понятно. У меня коты так днем делали. Носились туда-сюда. Неадекватно. А в чем? Я вообще не понимаю. Мне нужно вот эту хрень убить, но... Со звездами получается обычно третий. Все же сложнее найти все звезды, к тому же последние все равно нужно забивать. Я просто. Так в тот момент я считала, что у меня только одно здание, что мне осталась одна комната. Оказалось, что мне осталась одна комната, два помещения и одна башня. Так что вот как бы да. Так что вот как бы да. Рейд в компании 2. Абьюз. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы пропустили Overwatch, хотела сказать. Borderlands. Так, я не понимаю. Я понимаю, что мне нужно достать хрень, которая отрубает штуки вот сюда. Вместе с кубиком. Вместе на самом деле со всем. Хотя нет, все мне не надо, потому что это можно снять. Как сюда кубик запердонить, я не понимаю. Ну, то есть... Окей, но... Я знаю. Я знаю. Я все на самом деле их два. Так. Пущу, не пущу. Как в Dark Souls начинаешь игру с мыслью, чуть там надо позвонить три колокола, на самом деле. Сейчас ворвалась примерно какая-то сирена. Я повернула дверь, уже открыта до меня. На самом деле их два. Я не успела вовремя перекинуть степуху на нужную карту, оплата ресаба не прошла. Но саб не слетела. I don't know how this works.
Я не знаю, как это работает тоже. Это очень странно. Но... Бля, вы наркоманы со своими рисалками, я не знаю. Вчера у Иша тоже на стриме про это говорили. Когда ты как просто сидишь, типа, играешь. Ну, просто сидишь, играешь. А люди приходят, подписываются, это так странно. Хотя кажется, что совсем не заслужил. Стою здесь, подожду. А что мне делать, чтобы оно не слетело, как оно вообще работает? Может быть, оно обновляется не через... Ну, в смысле, через какое-то время оно обновляется, или... Не знаю. Ну, или подожди, пока оно слетит. Следующее оно все равно будет увеличиваться. Чтобы знать, когда оно слетает. Я подбираю одну штуку, подбираю вторую. Надо будет второй раз, скорее всего, это сделать. Потому что штука, скорее всего, слетит. Вообще надо было эту хрень снять руками, на самом деле-то. Просто подойти вот сюда и снять. Пальцы. Сейчас я прям вот отсюда сниму тоже. Ой, такой теплый котик. Господи, ты что такая горячая? Все. Сделано. Иногда потыкаться не помогает. Так, давайте мы вырубим нашего дружочка, потому что он... Я думаю, уже устал. Это мой дзлый. Привет еще раз тем, кого я видела у Ксарда. Так, а можно каким-то образом... Не организовать здесь что-то. Иногда потыкаться это вообще приятно. В принципе, да, я потыкалась у кого-нибудь. Наверное. Не факт. Не факт. Вообще не факт, на самом деле. Потому что я хотела сегодня пойти маску сделать для лица. И я сидела. Поняла, что я полна решимости пойти сделать это. А там надо просто... Мажешь штуку на лицо, сидишь с ней 15 минут, а потом ее просто снимаешь пленкой. И пока я дошла до ванной, а мне здесь делать, ну, пару шагов. То есть оно вот у меня в 4 метрах. Я передумала. Поэтому вообще не факт. Лучше пригибается на косу на лоб радиатор с вентилятором поставить. Но она такая милая. Посмотрите, какой это очаровательный попарех. Идем, сладкий мой. Сладенький. Надо потыкаться с заставкой на дом, чтобы излишне. Да, вот это было бы отлично. Тут сейчас на самом деле не знаю, что мне делать, если честно, потому что... Нет, я знаю, что мне делать.
L5. И я беру свою штуку, ставлю туда. Ставлю сюда, а свой настоящий я открываю вот тут. И стою, жду. Спит на спинке так, дилемма, как носить кота, чтобы не убить. Делает вид, что спит, оказывается, нравятся шнурки. Ну, в смысле, оказывается. Она грызет их, там аккуратно смотрю. Принеси что-нибудь через фиолетовое поле, потом есть забавная штука. Такое что-то будет сладенький. По идее, должно быть все. Попробовать что-нибудь, а я не смогу ничего принести. Только если вот так делать. Но как бы. Это просто надо немного иначе было бы пройти, да. Только слишком далеко. Я не понимаю, сейчас что открылось. Звук поля есть, серьезно? Вот что открылось. Что ты наделал? Зачем ты поднялся на башню? Почему ты предал мою веру в тебя? Вернись, я приказываю тебе. You don't own me. Я дал тебе эту землю, чтобы ты владел ей. Сад в мире шипов. Тут слышит кто-то ногой, это как золотое синее. Все это было пути. Даровано тебе, но при одном условии. You don't own me. И подниматься на башню. Это был наш первый завет. И ты его нарушил. Кроссовку. Мышку в кроссовку засунул. Ой, смотри, красиво. Run, Ballhunter! Run like the mother who bit wind! Ты понимаешь, башня — это смерть. Башня, моя и твоя. Я предупреждал тебя не из злого умысла. Впрочем, как всегда, ничего нового. Я делал это, потому что ты мое дитя. Если бы я сейчас вернулась, пришла на первую серьезно. Верь такую лицензию нашего бога. Это Тина была? Да, да, это была Тина. У нас звуковые команды с... И некоторые звуковые команды включают в себя звуки из Borderlands. Фезда? Воу! 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 What the fuck? Фез доигрывать? Ой, я не знаю. Мне кажется, народу не зашел фез. Чуваки, ну как? Есть как бы подозрение маленькие. Прошу тебя, молю, послушай меня. Да, в смысле, башня — выход из этого мира. Она ведет к свободе и истине. Но она также ведет и к нашему концу. Что он мне открыл? Что он мне открыл? Фез веселый, но от него мутит. Не смысл всех, какая, а в смысле головокружения, механика забавная. Без фез. Топчик. Да, он тоже у нас там. Ну, у нас там куча всякого, и вот в том числе, собственно, и...
том числе, собственно, и этот самый. Куда он побежал? Я не понимаю сейчас, что он от меня хочет. Если ты идти путем спидранеров, а можно сильно быстрее пройти неправильным путем, то наверху тебя ждет. Да, разраб. Загадки интересные, что скажу. Чувак! А, я бы твою мать. Разве ты не видишь? Здесь, в этом мире, мы знаем, кто мы. У каждого из нас есть своя роль в этом процессе. У нас есть предназначение, судьба. Ну да, кстати, глянь Брейд. Брейд прикольный. Попробуй посмотреть. Это, кстати, тот самый чувак, который говорил... Ага, вон раз, вон два. Нет, понял. Привет, чувак, Шепард. Что здесь? Здесь, чтобы он улетел просто. Почему он у меня... Почему чувак мешает мне? Вот этот чувак мне мешает. А это уже не Шепард, да, мне закрыл проход. Так, пойти. Оба. Про нее слышала, она мне в планах. Вот она прикольная, попробуем. Подожди, я думаю, какая... Самса. Это чувак, который за этого... За Лохима, да. Тоже за Лохима. Тоже как вариант. Так, мне нужна вот эта штука. Да? Так, я не понимаю. Злый. Самсон, вкусный вроде пирожок, чего что? Я немножечко запуталась. Эй, агой, парень. Можно мне тут открыть? Блять. Есть еще шанс спасти этот мир. Все, что ты должен сделать, вернуться назад. Упала и все стукнулось. Даже упасть нормально нельзя, ну. Поднимается мост, поднимается. Вижу ли я, что ходом мной? А, оно поднимается? Бля, серьезно?
Я немного просто... Я поняла, да, о чем ты. Я увидела, о чем ты. То есть ты реально о том, что надо торопиться. Элохим не может дать мне уйти. Я здесь немного запуталась. Вот тут конкретно. Потому что... Опачки. А, все, я отпуталась. Надо вот отсюда выйти. Не. Вот сюда, и вот это мне надо перекинуть теперь на ту сторону. Неслась. А причем, что пасть он мне не дает. Казалось бы. Казалось бы. Но. Е-бой! Шепардом прям вообще огонь, а Самсаром удар. Дом. Если ты уйдешь, буря уничтожит его. Что пути делать? Назад не будет. А что поделать, мужик? По-моему, я сейчас поломала все, потому что он должен был одну ко мне перекинуть. Есть еще шанс спасти этот мир. Все, что ты должен сделать, вернуться назад. А, лол. Сейчас мы сделаем. Минуточку. Немного не рассчитала. Слишком рано сошла. Сейчас нам мне этого бы не потерять. Шепарда. Ну тут, в принципе, легко, главное следить за тем, что делает с таким... Бросит прям вообще, я не могу. Если бы меня кто-нибудь с таким выражением просил чего-нибудь, я бы точно никому ничего не дала. Здесь главное следить за Шепардом. Он достаточно много мудак, достаточно много штук делает для нас. Тех, которые ведут. У меня четвертый раз Шепарда было бы... Достаточно ли он мудак? Да. Так, ну и здесь он, естественно, сейчас поднимет этот самый, типа, не-не-не. Да, если...
Он достаточно. То есть ты все вот это проходишь, и ты такой взял и поверил этому говнюку. Ну что за дела? Выбраться не хочешь. Ужасно. Ужасно. Не мешал бы хоть. Сам не хочешь, другим не мешай. Между прочим. Заповедь. Главная заповедь. Как быть хорошим человеком? Не мешать всем остальным. Главная заповедь не поднимала. Ничего не знаю. Ничего не слышала про эти ваши башни. Ничего не Этот знаю. Мир наш дом. Если я надеюсь, что-то там остался. Буря уничтожит его. Пути назад не будет. Аллахим глупости говорит всякие. Есть порядок, здесь есть смысл. Мы так, история. И история говорит нам, кто мы есть. Есть вопросик. Тебя, блядь, вырубить тебя нельзя? Жаль. Подождите, мне надо... А что мне надо сделать? Как мне это Так, а этот дружочек там стоит. Почему он там стоит? Чё так, он не может пробраться дальше, что ли, или чё? Кажись, ты догадался. Я не понимаю, что мне здесь сделать надо. Что такое? Чуваки, I need help. I need your assistance. Так, вот, ты что творишь-то? О боже, вот это ты пробралась. Иди сюда. Ко мне животное пришло. А что еще доступно? Или оттуда коннектора не видно? Оттуда... Ну что? Ну ты наверх едешь? Или что ты хочешь? Оттуда коннектор... Вот это ты дала. Вот это ты дала, но мне так неудобно. Животные. Слышишь? Ну я понимаю, что хочешь спать со мной уже, но... Надо туда и сейтан. Отсюда... видно коннекторы вот отсюда. Вот отсюда, ну и то, отсюда не достает.
Вот это. Отсюда. Мучи КТ. Не, я его не мучаю. У него что-то в руке есть? У него что-то в руке есть, да? Мужик, ну давай. Мужик, вот хочешь смотреть. Или тебе красный нужен? Мужик, что тебе надо? Мужик! Talk to me! Я не понимаю, эта хуйня приближается, ребята! Why aren't you running? Тут есть красный, тут там был голубой, этот самый. Тут больше ничего нету. Run, сразу вставай. Вот это run не like было. The mother win! Без нуканья. Муа-муа-муа-муа. Все, здесь ри. Вместо того, чтобы словами говорить, они мне нукают. Ну, ну, что ну-то? Коннектор здесь больше никуда не присоседить, потому что есть либо синий, либо красный. Что, ему ни та, ни другая не подходит. Я не понимаю, куда ему надо ее поставить. Все эти страдания. Ты не должен это терпеть. Не у каждой загадки должно быть решение. Так, нахуй. Ну и ну. Отстаньте. Либо подсказывайте, либо не нукайте мне. Нукают. В смысле, не у каждой. Вот, прикинь, глупости какие говорит. Что там делать, вообще не понимаю. Вообще не понимаю. Ой, да не можно мне 10 лет. Там был красный, этот самый, синий. И, собственно, все. У него в руках была штучка для... Ну, то есть, которую надо поставить, и у тебя что-то там будет. Куда-то ты... Коннектор. Вот штучка коннектора. Не буду. Что с ней делать, непонятно. Думала, типа, законнектить себе кубик, отправить со штукой наверх. Я не могу поставить кубик со штукой наверх, потому что я ставлю кубик, он уезжает наверх сразу. Я не могу штучку эту поставить наверх. И сама штучка тоже наверх не движется. Вот она не стоит, она падает. В этом основная проблема. Да, все правильно. Потому что вот так я там не могу поставить, оно сразу начинает сдвигаться. Запинай на вентилятор. Но оно не запинывается на вентилятор. То есть как бы вот и хз, и что еще? Ну понятно. Но с партнером, конечно, в разы проще. Ты что, не скажешь? Сейчас вот эту хрень еще мы тоже проходим легко, и дальше непонятно. Может его как-то отключить?
Надо сейчас посмотреть опять, потому что сейчас опять же я прихожу в ту точку. То есть, и вот сейчас он уехал туда почему-то в руках с коннектором. Хотя должен был без него быть. Вон он. Вот чувак. А как-то можно вот это можно пойти? Да-да-да, я увидела. Какой ему нужен? Синий или красный? Стоит просто подняться? Ну, я не могу просто подняться. Я поднимусь тогда без коннектора. Я тогда поднимусь без коннектора. Ну, чувак там остался. Я что, сама пойду, что ли? Подождите, я что, сама пойду? Да в смысле, фиг с ним, он мне помогал. Чего? Пусть этот мир и иллюзия, но до тех пор, пока мы верим в иллюзию, она реальна. Она поддерживает нас, дает нам надежду. Это ему лифт, У нас есть все необходимые ответы. Но там... Кем будем мы там, где не можем ни властвовать, ни служить? Какой смысл мы сможем найти в мире, в котором нет цели? А. Я его вообще чуть не сбросила, когда мостик из-под носа угнала. Так, я сейчас не очень понимаю, что мне делать. Лол. А эту как снять, я не знаю. А как...
Куда он? Он помах... Он ушел? Ну, я встала на вентилятор, чё? И чё? Прошу, останься здесь. Пусть история продолжается вечно. Он попрощался. Сейчас надо было выключить твое эту... Твое истинное предназначение — противостоять мне. Это было последним испытанием, но... Но я... Я боялся. Опять сюда? Я хотел жить вечно. Надо было просто не торопиться, а внимательно посмотреть и... Слушайте, ну такая концовка у меня уже была. А, нет, с таким компьютером концовки у меня еще не было. Есть кто-нибудь? Неизвестная команда. Так, устранение неисправностей. Запуск помощника в библиотеке Милтона. Тест на была в Обливиане. Рождение по небу. Сиродила. Стандартный сервис не обнаружен, или версия не с ним помощь. Идите переступить для аутентификации параметров дочерней программы, начать процесс Милтона. Он был вредный. Изгнала. Не изгнала, попросила. Изгнала сразу. Да будет так. Да свершится воля твоя. Какие громкие слова вы используете, товарищи. Переставить нельзя, кстати. А сейчас, да, и сейчас... В смысле не попыталась взять? Я думала, мне... Привет, 107. Я думала, мне... Возможность. По новой... Те же команды, ну то есть команда не срабатывает, а ты ее бэнк. Сален, ты тут? Не напоминает эту Сен Ньютс? Как наши дела? Наши дела неплохо, мы поиграли в Borderlands очень бодро, задорно, потому что пушечки клевые попадают. И вот я закончила Принцип Талоса. Вот. Ожидание сданного золотого диска. Все три концовки. Которая будет спрашивать, провалит ты и поступаешь неправильно. Не надо мне вот этих голосов сомнений. А ты как 107-й. Не спишь? Половина первого. Решила не задаваться вопросами, независимо от самого вида. Есть немного. Я и так полна сомнений, мне не надо дополнительные. Цель симуляции выполнена. Удаление симуляции. Кто-то диск принят. А, ты уже спишь? Вот это интересно, спишь. Все отформатила нормально. Мы выполнили задачу, которая... Удачного дня. Мы выполнили задачу, ради которой все вот это вот задумывалось. Все. Можем геодезить в реальном мире, да. Хоть бы бэкап сделала. Запуск оборудования сомоталось. Запуск прошивки. Прошивка запущена. Загрузка параметров золотого диска. Все. Бэкап... Ой! Запуск питания. Вот! Вот она я! Все нормально. Бэкапов много не бывает. Все нормально. Смотрите, как встал. Как просто воскресший. Из зада.
все данные, чтобы в библиотеке были в Милтоне. Я его просто заткнула. Вот и все. Я его не удалила, я его просто сделала молчать. Что началось? Слышали мяу? Такой. Вышел. Ярик, привет. Че, как дела? Нормально, закончили принцип Талоса. В Бордо побегали, правда, не в... Хотя, в Бордо побегали, правда, не в переделанную, а в оригинальную, просто переделанную с проблемки. Немножечко. Вот. Ну и, собственно, закончили. А у вас что там, как комбат? Как он там уже забывает, что мне снова пришло? 13 лет, Даша, по-моему, а вот и хотя. Если бы ты не разбила ящик с котом, кота бы не было, серьезно. Мне в такие моменты просто всегда очень интересно. И дальше что? Вышел ты в мир полный ничего, полный апокалипсиса. И что дальше? Этот кот съест, но он мило. Рудольф. Очаровательно. Зашел расслабиться в пятницу перед кастом, а там про игроки через мать. Как обычно, короче, понятно. Расслабиться особо не удалось. А вы сейчас в 11-ю уже играете? Там у вас бета или что? А то я как-то заходила и не поняла ничего. Но я не очень чаю в МК. Ты все время... Для кота еду надо носить сначала. Это тоже очень важный момент такой, знаете. Вот мама одного взяла. Плодитесь, размножайтесь, как завещала власть. Ну да, там, в принципе, было же сказано, что машины могут порождать друг друга, другие машины. Об это закончилось? А, ее уже релизнул 23 числа, а сегодня у нас какое? 6 апреля. Пара недель осталось, в принципе. А как вам по... Ярик, ты же играл в бету, да? Чё, как это? Выяснилось, из-за чего рипнулось. Нет, по-моему, по всем вот этим вот записулям не было сказано, из-за чего именно рип человечеству пришел. Просто все либо с собой кончали, либо уходили из проектора для того, чтобы побыть с родственниками своими. И никто не говорил, что именно же произошло. Из-за чего вторая часть будет, скорее всего. Вторая часть, по идее, должна быть, потому что когда я меняла игру, то у тебя на выбор есть либо принцип Талоса, либо принцип Талоса 2. Нужно ногти снять, потому что это отвратительно. Вот. Так что, видимо, не знаю, на что это должно указывать, конечно. Неплохо, игра будет более вдумчивой по ощущению. Кому-то это понравится, кому-то нет. Ну, традиционно. Вообще, игры не щадящие выходят, секирующие. А сколько тебе в... Я его вчера или позавчера, когда мы позавчера играли в первый раз в... Борду. И пока она там ставилась, пока все вот это вот я ждала, пока она выйдет, я решила чуть-чуть как бы включить принцип Талоса 2. Да. Я решила включить Секиро и посмотреть. Я дошла до первых ворот, там, когда ты с мальчиком этим знакомишься, доходишь до этого мальчика, и потом выходишь из этого домика, и у тебя там первые, сколько там, 5, 6, 7 охранников, и просто окей, выключить. Вроде как древний вирус, который выкосил все человечество. Нет второй части, я сделала. А, ну, на DLC, если честно, там тоже загадки. Ой, приближается, это самое прикольное. На DLC, если честно, я сейчас не готова, потому что игры пока что было too much. Для меня очень много загадок. Прям максимально. Я понимаю, что они их придумали и не хотели отказываться. Не могли понять, не могли выбрать, от какой отказываться, а какие оставлять. Но too much, ребя. Too much. Что-то читали же, типа в Арктике в вечной мерзлоте, который был. А, не помню, все равно. Пошли в Бордо от Телтейл. Можно сходить. Посмотреть на кинцо интерактивное. Талос не удаляй, может, что-то он захочет делать. Ой, красиво, красиво.
все. Ну, Талоса я удалять не буду, да, может потом делать смотри. Но у меня коты просто, мне их нужно. Я их вычесываю, а это без разницы. Вычесываю без разницы, не помню. Слава богу. Талос Принципл 2 разрабатывается, но не вышло. Че вообще меняемое, типа бордо? Что самое вменяемое выходило типа борды, я не знаю. Ничего. Ничего. Ну, то есть, реально, какие в последнее время выходили нормальные шутеры? Я, конечно, не особо слежу, на самом деле, за выходом игр, и если вы меня спросите, что выходило в прошлом году, какие игры выходили, я не скажу. Doom. Окей. Один тайтл. For Realsies. Представь, сколько в нем трупов. Еда для кошки. Они пока с вами 4 заняты активно. Многие сравнивали Destiny с бордой. Это неуместное сравнение, мне кажется. Doom, Wolfenstein, Metro. Окей, Doom, Wolfenstein, Metro. Ну, не совсем шутеры, а вот типа дьявола из мира шутеров. Да, за что нами вообще толкнулся, уже когда пошли. Простите. Ну вот, Doom, Wolf, Shadow Warrior. Ну, Shadow Warrior, он немного другой все-таки. Far Cry 5, говорят, тоже ничего. Ну вот как, я, ну, блин. То есть оно все вроде такое, но не такое. Плюс опять же, там не везде вот эти вот все коопы эти есть сраные. И штаны всегда есть нормальные. Мне Shadow Warrior ближе всех к борде. Shadow Warrior тебе ближе всех к борде может быть из-за количества пушек. Сейчас коопная часть. Надо, кстати, в Wolfenstein поиграть, потому что они мимо меня прошли. Я хотела еще попробовать Titanfall. Anthem. Вот, но я его не смотрела, я не знаю. Плюс, опять же, Anthem, он, скорее всего, ну, там же тоже, оно на гриндингу всякую, то есть тебе нужно бегать какие-то... Ну, не похоже, мне кажется, на именно шут, RPG-шутан. Ну вот, да, коопный шутер с RPG-элементами. Шутерами RPG, да, не просто что-то. То есть, опять же, очень много всякого выходит, но вот если хочется прям покопаться и что-то конкретное найти, то выходит что-то... Вроде одомлюсь, что там после пятого Far Cry вышло, который кислотно-гламурный какой-то. Вроде говорят, не очень, по крайней мере, как-то про него совсем тихо в плане инфошумов. Можно поставить такие рамки, такие ставят в год закупках, а будет подходить сюда игра. Тот же Destiny, это вроде как RPG-шутан. Ну, Destiny — это RPG-шутан, где ты бегаешь и что? И делаешь, и сражаешься с противниками? Другими такими же людьми? А, Dead Island, кстати, да. Он давно вышел. Только, ну вот, оно не коопное, а онлайновое. Мне кажется, что Anthem, он точно такой же. Он про... Да, он шутан. Но он про сражения с другими людьми, он онлайн. Совсем не совсем шутан, не совсем не. Dead Island надо, потому что не Dead Island, по-моему. А у меня почему-то стойкое ощущение, что Dead Island есть в Steam'е у меня. Почему-то. Причем, что вы то ли закидывали в библиотеку, Dead Island Epidemic. Я не знаю, что это. Epidemic. Я без понятия. Destiny это PvE больше. Destiny PvE, я не знаю, из того, что я видела, Destiny сражался, это было PvP, реально. Сейчас я почитаю, я вижу Вика когда, сейчас я дочитаю до... Defiance 2015 посмотреть, она онлайн. Ну, опять же, онлайн, онлайновые, а сингловые либо коопные. Кооп все-таки это, ну. Потому что у нас с Наташей, например, мы недавно хотели именно побегать во что-то такое пиу-пиу, пыщ-пыщ. И вспомнился только Shadow Warrior из того, в чем, в принципе, есть кооп более-менее.
Dying Light, кстати. Destiny больше операций с элементами таких людей. Destiny как раз ПВЕК. А вот вторая выходит с Вилоном. Так, вторая, в смысле вторая? Вторая что? Dying Light вторая? Или что? Антом про сражение с мобами. Destiny. Так и не допришел сюжетку. Унылая трындец. Сначала вполне задорная, но как... Почему я каждый раз не читаю маты киберхиппи? Вопрос знатокам. Defiance, там, где всех банят из СНГ. Defiance совсем не похож по геймплею, но очень годно. Кстати, Вика, когда? Бля. Кстати, да. Кстати, бля. Вместо того, чтобы пиздеть по ночам, нам с тобой надо было ходить и играть. Но нет же! Игра с видом сверху вроде такая странная побочка серии. Которая... Эпидемик? Да, я вижу, что вот она там сверху, с видом сверху. В Destiny в PvP только арены отдельные, миссии в основном PvP. Хотя, ну я знаю. Я знаю. Тебе не нравится. Ну, мне тоже неудобно. А, я поняла. А Вилон везде, гляньте. Наш этот самый пострел везде поспел. Серьез, Сэм, почти первое, что для коопа пил побегать. Хотел зайти после перерыва, но там в комментах массово писали, что банят, он совсем не похож на Бордюли Ворьера. Destiny с Division. Нет, я Destiny с Division не путаю, потому что я смотрела, как Кейла Стив не... Коть, я знаю. Ну чё, я тебе могу тоже так сказать. Я смотрела, как Кейла Стив в него играет, у него был именно PvP в Destiny. Спасибо! У Мёртвого Света есть аддон с баги, который автомобильная. Автоцензура. В смысле цензура? А, цензура? Ну, очень странно. То есть, я сама ругаться ругаюсь, а как прочитать ругань и киберхиппи, такое, не-не-не. Ну, хотя я ругаюсь, когда я в рейдже обычно, или я приближаюсь к этому состоянию, у меня накаляется состояние, а так-то я читаю спокойно. В Сэме разве нет элементов РПГ, так подходит. В принципе, можно Сэма попробовать. В любом случае, я дальше хочу начать... Я вам рассказывала ситуацию с маской, да, как я пошла на ванну и передумала резко. У меня так получается со всеми играми обычно. Потому что я хочу то одно, то другое. То пятое, то десятое. Мата других людей, кстати, я не знаю, киберхиппи, сорян. А прочитать комментарии киберхиппи, а вот хуй, прочитала, заклятие сняло, снято проклятие. Снято, проклятие снято. Этот все-таки годовары первого на плойке второй на эмуле. И ПВП, и ПВ. Но это все еще Destiny, это все еще не то, что с бортой как-то. Хуй. Ха! Да, дайфон. А Вилон человек за хера высокой производительности. Хузык, он умудряется быть адовым трудоголиком, будучи человеком творческой профессии. Упор на ПВП. Хотя люди все давно уже прошли по несколько раз. Мне казалось, что серьезно, Вилон занят лишь Dying Light, а вот в вампирах. И вот в вампирах, надеюсь. Это через силу явно. Давай, киберхиппи, давай еще. Надо еще, надо снять заклинание. Мой злынь, сорян. Ущемление матов в киберхиппи! Арр! Арриво! Вот, потому что сначала я думала вернуться в Planescape, потом подумала, может, Fallout'ы потыкать. Потом я подумала, может, что-то из того, что я не закончила, закончить еще, потому что заканчивать игры — это православненько. Похуй, хули, хуюшки, хуякари, Картман. Кто такое? Ну, это человек. Крис Авелон, который пишет штуки. Когда-нибудь я начну играть в какой-нибудь Shadowrun. Тебе вообще нравятся такие игры? Пошаговая боевка такая. Тебе на как она заходит, такие РПГ? Или нет? Хоть пару квестов пишет и пиарит своим именем те игры клин-клином. Вроде для того же проект активно работал для последней Divinity.
Не только у киберхиппи мат скипаешь, находят другие слова. Нормально, я матом это... Я не так часто с ним разговариваю, имею в виду. Никаких имею в виду. У меня есть идиотская совершенно привычка иногда перенимать фразочки других людей. То есть я это делаю неосознанно совершенно. Вот я Ярику рассказывала, как я его ярко переняла, потом я переняла его бледину. Сейчас я переняла, ну, я имею в виду, которое говорит колесар. Ёб твою мать! Давно было нормально нагрузка для сценариста. Проще, когда Obsidian не работал, говорит, что он прям ебашит очень активно. Там тоже тема всплывала. Скорее всего, к тому времени нет. Киберпанк. Мне пошаговые больше нравятся, я в них зависаю. XCOM. Ну вот, а в XCOM, кстати, ты играл? Это я просто спрашиваю, не просто потому, что всплыла хрень. А то я думаю, где моя бледина? У меня твоя бледина! Спасибо, можешь забирать обратно. Потому что я ее вставляю, но у меня теперь вместо всего идет. Поняла, у Ярика бледина, может, ему вообще нужна была? Забирай, Ярик, забирай обратно. Пожалуйста. Обсидиан работа над одним проектом, тут распаление на кучу проектов. Ну, мне кажется, если ты уже овер до хера работал, то у тебя есть какие-то базовые рабочие схемы, по которым ты херячишь. И если там, допустим, это прописывание какого-то персонажа, как это было, допустим, в Pathfinder, да, то... Иди, жопа. Если это прописывание какого-то персонажа, то это одно. То есть, прописывая персонажа, ты, в принципе, можешь там работать над какой-то сюжетной веткой. Ну, то есть, мне кажется, это можно вполне себе как-то объединять. Так, мы болтаем, да? Да. Yeah. Из пошаговых зависало много в Циви, XCOM и Divinity. Она опять ко мне, она постоянно ко мне лезет. На руки. Постоянно лезет. Из пошаговых тра-та-та. Теперь поюзанная даже. Слушай, в смысле, я ее взяла уже. Ну, то есть. Она была у тебя в употреблении. Минуточку. Я сейчас не понимаю вот эту претензию. Забирай обратно. Камон. Герой 17, пошаговая маленькая. Я недавно вспомнила, знаете, про что? Про санитариум. И очень странно, что я говорю вспомнила, потому что я в него не играла. Во времена обсидиана сразу на детском работала, опять же, по чуть-чуть работала раньше, что в Pathfinder. XCOM на терминаторе, давай! Легко! У меня, кстати, XCOM, по-моему... Сейчас я зыркну. Давайте я игру пока крашну. Да, я уверена, потому что Genius Fuck. Машинарию. Теперь не нужна. Я себе оставлю. Если она тебе не нужна, то я оставлю ее себе. Мне как бы мнение.